Здравствуйте. Вот покатил капканчики проверить на куничку, на бобрика тут. Вот сейчас еду, погодка сегодня как бы нормально. Торец скажет, что тебе неладная погода. Конечно, погода нормальная. Все тут пишут, тут несколько человек уже писало, что тебе погода не нравится. Вот сейчас отвечу на этот вопрос. Конечно, погода мне что нравится. В ноябре месяце река из берегов уходит. Новый год без снега встречаем. Весной без воды. Хорошо. Летом холодина, фуфайки ходим. Что погода не нравится? Погода нормальная у нас. Вот так вот. Так что ладно. Нечего там пустяки эти перебирать. Пустого, порожнего. Все равно ничего не меня не доказать. Так что вот едем. Сейчас про капканчики проверим. Поснимаем. Где-то вроде на днях снег передают. Вот собачкам буду ходить опять, поохотиться. Сейчас собакам пишу, что что-то не охотишься. Снег очень жесткий, конечно. Лапы набьют. Много следей. Еще уже неделю снега. Вон, видите, как куржень просто. Снега практически нет. А звери набегали уже столькие тропы, что ли. Да, мерзлые комки, вот, замерзло по голову. Жестко больно. Лапы все изобьют, скоров они сейчас собаки. Жалко собак просто. Раз. Ну, снежку немного подвалит, сантиметров 5 хотя бы подвалило, тогда можно ходить хоть помягче, вот собакам бегать. А сейчас что собаку уродовать? Из-за что? Лиса никому не нужна, енот тоже не нужен. Из-за зайчика, так от удовольствия, зайчика пострелять, да зайчика зато мало. Так вот собак погуливать, собак походить, погулять, послушать, гон собак, гончих приятно послушать. Так вот. Ходим, все равно будет все нормально, так много поснимаем. Так что ладно, идем снимать на видео капканы, как мы ловим. Так что, что там черно, думал, не лосит ходит. Ладно, смотрим, думаю, что будет интересно. Сейчас проверить капканчик на куничку. Видно, что все такие лисы бегали, еноты летучие бегали. Ух, мясо висит, они чувствуют мясо, что висит. А достать не может. Вот так вот. Вон птички все издолбили, птичек подкармливал. Там мясо лежит. А кунички нет пока. Тут. Она где-то бегает. Видите, у нас снегу нет. Все жестко, замерзло. Хрустко. Конечно, ходить. Все хорошо, заяц бежит, как лось. Слышно, он бежит. Видите, под кустам до снега-то нет. Камеру вроде белее кажется. Так на самом деле, что он как иней, можно сказать. Снегу практически нет. Ветер вымер, сколько выпало, остальное вымер. Едем дальше. Вот сейчас по пути прикатил на пасеку проверить хоть. Какие зверьки у меня бегают тут, одни лисы. Проверим-то, куницы хоть ходят, нет тут. По пасеке. Лисы проходили, а куницы, так, что-то мыши просто бегают, мыши вроде бегают, и лисы есть, а ловушек тут не стоит, ездить, потому что далеко туда заезжать, пока не ставлю, и куницы, видите, следов с осени как-то не болен, сильно бывает куница здесь. Не видно, пока вроде куницы. Пасека стоит. Пчел наверняка нету. Все пчелы погибли, наверное, похоже. Сейчас пойду посмотрю. Все. Лисы бегают. Так, когда кто у меня тут ходил? Свежий след. Так, непонятно. Не, нет, тоже. Скоро лисы. Лисами набегано. Больше не рисковать. Пока стоит тут не буду. Вот такая у нас. Смотрю по ульям, прошу, пройду. Так вот, пчеловоды, кто что скажет. Пчел в ульях нету. Рамки практически все новые. Меду немного. Не так, что
треть рамок запечатана. Там запечатано. Меду полно, а пчел нету. Видите, какие красивые рамочки. Красота, все рамки, а пчел нету. Вот такие у нас дела. Что такое случилось с пасекой? Вот так вот меду даже в середине, а пчел нету. Не могу ваши рамки достать, которые достаю. Вот так вот. Вот один улей тут живой, он. Там что-то бумчат, он сколько-то немного. А тут все пусто пока. Вот так вот, меду полно, а пчел нету. Вот так вот. Весной меда будет полно в ульях. Если которые-то выживут еще. 3-4 если выживут. То будет меду имя. Хватит на все лето есть. Да, что-то не знаю, что такое случилось. Может болезнь какая-нибудь или что, не знаю. Потому что половина, некоторые все нормально, а были все нормальные семьи. Я смотрел как-то, потом приехал неделю через две, поглядел, тут нет пчел. Все куда-то слетели. Воротоз будет еще какой-нибудь, еще завелся. Но так бывало, что он есть так, ну, к ней, потихоньку зимой где-нибудь, а тут сразу осенью. Вот. Ну ладно, чего уж делать, ничего сейчас не сделать. Сколько сохранится. Будем ловить ловушками. Ловить снова. Может, видно будет. Весна покажет. Ладно, идем. Ой, что-то куницы, правда, здесь нет. Ну все, пока еду, нигде куницы, следов нет. Вот так вот. Сейчас схожу домой, все проверю все и поеду в сторону дома. Эти колеса все чистые, этот лед чисто на улице. Красотень. Так вот. Да. Такая природа, вот все жили тут. Красота. Все развал. Куницы раньше тут в дому бегал, здорово все. Осенью, сейчас нету. Что, декабрь месяц подходит, и снегу нету чего. Так, иду проверять капканчик. В этом болоте все, конечно, сейчас замерзло все болото. И что там такое торчит? Понял. Сорок опять попал. Тот-то всю сороку съел. Может куница? Там все объедено. Ладно, заряжаем, ставим снова. Да, интересно. Ну ладно, времени мало. Ставим. Так, идем проверять. Капканчик, капканчик, как обычно, стоит. Никто тут не понюхал. Никто не попался. Мясо там есть. Капкан стоит. Сойка лежит тут. Никто не берет даже. Куница где вся плата ушла. Вот еще. Заяц. Заяц бегает. Зайчики бегают. А куницы тут не поймешь, может, есть. Как бурелон. Капкан сейчас вырубать надо. Все, мерз, наверное, опять на полметра. Если не сработал. Зверюшки все бегали, нет? Даже зверюшка, лисы приходили, понюхали и ушли. Так, тут капкан стоит, но замерзшая сильно и глубоко. Какой-то воздух все ли вышел туда, сейчас вырубать было. Вот сейчас вот можно ее поставить. Так, вот сюда плавают бобры. И сюда, вот куда-то плавает. Ну, здесь вот дорожка им плавает.
Тут можно. Сейчас посмотрим, может, и воткну туда куда-нибудь, повешу его. Чуть не попал. Бобры сюда вот лазят. Ну, видно, что воздуха много. Ладно, интересно. Ну, что нас порадует, нет чего у нас. Меня и моих подписчиков и зрителей. Ловушка стоит, ничего не порадовало. Так. Дальше идем смотреть капканчик. Капканчик тоже стоит. Никого нет. Так, мясо там лежит вроде, никто ничего не грызет. Куница куда-то перешла пока. Или сытая, может. Надеемся, что снежок вот выпадет. Увидим, как все. Есть куница, нет. Таких дебрях. Там что у нас? Там у нас сухо, мяса нет. Мышки съели. Сейчас мясо мерзло, не надеть. Ладно, потом я сделаю. Пусть только так стоит. Потом дома отрублюсь, пока что положу, оттаю, чтобы привезти по этим ловушкам, развесить. Вот, ладно. Уже солнце закатывается что-то быстро уже. А следов вроде каких-никаких больно не видно. Ладно, парим дальше. Хорошо сухо ехать-то. Красотень. Так, идем проверить, что там. Вроде ничего не попало. Где там мясо есть, нет. Вот, мясо отрубить, положить. Так, мясо там как бы есть еще. Мыши грызут. Птицу растеребили всю сойку. Так что. Солнце уже как-то под заносом. Наверное, снега начнутся. Вот. Тут мыши бегают. Уже продвигаюсь ближе и ближе к дому. Надо поглядеть, сколько там бензинчик в баке. Заправиться по ней надо. Да нет, там до того следующего капкана доеду, там заправлюсь. Может, заглушил и сейчас подзаправиться немного, ну, литров 3-4. Так, идем проверять, как у нас тут, что, вот, как поживает ловушка, как кунички поживают, посмотрим, ну что там, вроде рыжего, ничего нет. Капканчик стоит, все нормально. Куничку. Подторжка пока с куничкой обложили. Нету кунички. Ну, нету, нету. Мы через неделю письмо было, так увидим, что там, как. Где она есть, нет. Ну, места хорошие тут, где куницы. Ну. Ладно, пока едем дальше, еще есть немножко ловушки. Ну, кончается уже. Так, иду проверять, тут в шурках у меня капканы стоят. Следок есть. Ну, и та бегала. Так. Одну щурку. Вижу, что там пусто. Пусто. Капкан торчит. Проверим сейчас вторую. Он всегда здесь походил. Дебри. И тут пусто. Куницы следов нет. Так вот, мясо есть, а куницы нет. Так вот, противно по палкам видно было, где-то ходило, нет,
Так, кружок пройдет. А видите, сегодня палка ходит. Вот ходили, только мыши ходили. Куницы вроде следов не видно. А любит эти. А, что это? Лиса или куница ходила. Сейчас не понятно. Следов-то маленькие. Сейчас. Где он так на коряшку сразу? Вот тут через дверь пробегал. Он потоптался. Лиса на лежала, вот. Лёжка. Что-то все улёжено. Ползано вот. Лисы лежали, еноты. Тут какие-то вроде маленькие. Вот где тут ползают. А капканы вот не подошли. Вот тут целая тропа. Значит, еноты. Вот, тут они ползают. Вот тропка целая туда протоптана. Куда-то пошли. Все, проехал, проверил капканчики. Пусто, куницы даже следов не видал. Ну, следов можете пропустить, не увидишь. Так вот. Что сделаешь? Погодка, конечно, сегодня не хороша. Как обычно, погодка хорошая у нас всегда. Зверь не попал. Ну, ничего страшного, что сделаешь? Это охота. Сегодня не повезет, не повезло, так завтра повезет. Завтра не повезет, так послезавтра повезет что-то. Что делать? Не это, не в зоопарк сходить, как бы сказать, не сафари это. Ну, куница обычно в такую погоду бывает, она где-то, не знаю, или уходит на другой корм где-то. Мыша, на мышей может, или куда, не знаю. Затихает обычно. Осенью, когда только подмерзать начинает, куница движение хорошее начинается. А потом она затихает где-то. Или в холод такой сидит где-то, отсиживаться, чтобы... А может что? Ну, снег выпадет, она снова должна зашевелиться. Ставил там капканчиков на бобров, на корягли немножко. Снимать не стал. Ладно, что? Как бы сказать, ничего не порадовал. До новых встреч, до свидания.